рекомендуем одеть наушники. Аниматор представляет. Последнее желание исполнено, но путь одного сталкера, пришедших к монолиту, еще не закончен. Он так думал. Он умер со своим взводом бойцов чистого неба. В тот день из них никто не выжил. Так поговаривают и на по сей день. Лебедев и остальных накрыло выбросом, а кто успел укрыться в саркофаге, те приняли неравный бой с монолитом.